лапаєш. Я себе там не вижу. На сам. Женя, ты понял или не лапаешь? Окей, смотри, столько... вот это стекло. Okay. Вот, вот здесь зеркало, а здесь видно через него. Ага. Вот, мы здесь, а здесь а почему зеркало? Я себя в зеркале тогда не вижу? Потому что зеркало с другой стороны. А зеркало у них смотрит, да? Не, ну а сколько там этих? Если лампочки вот лампочки. Тут, а зеркало вот тут, и зеркало лампочки, отражает, да? С этой стороны. Но зеркало вот тут тоже, а мы видим тут. Как я могу через зеркало просматривать? У них же фольга сзаду. Это бывают такие зеркала, которые зеркальные с одной стороны, с другой стороны. Мне кажется, у них просто зеркало с конусом, и оно такое отражает дальше и дальше. Нет, Женя. Если было зеркало, я бы туда в глубину не мог видеть. Мне это зеркало специально, как очки солнцезащитные. Я бы себя видел бы. Да, Женя, это как очки солнцезащитные. С одной стороны, ты видишь себя, ты же не видишь свои глаза. Это потому, что они у меня близко. Если их отдалить, я тоже не вижу. Надо разобрать, узнать. Это иллюзия стоит 300 баксов. Только тут и лампочка, один слой. Ну вы уедете, я так стекло вырежу аккуратненько. Людей кидать. Людей кидать в эту портал, да, такой? Два зеркала так поставишь, оно будет бесконечное. Понимаете? Вот у вас. Если под правильным углами. Вот здесь правильно. Если вот так поставишь, они друг другу мешают. Поэтому оно конусное, оно отражает с обеих сторон, дальше, дальше, дальше и туда уходит. Короче, они сумели как-то сделать. Ну возьми два зеркала, вот так поставь, и там будет бесконечно. Так, все, Андрей, ты готов? Между ними. I'm ready. Он готов фотоаппарат оставить. No, ни в коем случае. Сиди. Я уже фотоаппарат один раз оставил. Ну где-то батарейки.